Владимир, скачайте народный артист. Браво! Браво! Ах, ты так? Давай на это. Давай на звук, сэр. Ну, это смотри, такая.
Дорогие друзья, у нас сегодня творческий вечер, поэтому будет и то, и другое, и третье. Я хочу сказать немножко о том, что произошло в начале 2000-х годов, когда перестал активно заниматься музыкой, и мне что-то захотелось что-то написать о своей жизни. Я хочу сказать, что я писателем себя не считаю, по крайней мере, графоман, но никто не запретит мне писать о том, о чем мне хочется написать. И вспомнить какие-то молодые годы и разные случаи в моей жизни. И сегодня я хочу прочитать вам один маленький рассказик, который называется «Первый заработок». Вся история произошла в мои школьные годы. Музыкальные школьные годы в классе так приблизительно в шестом. То есть лет так около 50 тому назад. Был у нас в школе ансамбль скрипачей. За глаза мы его прозвали «Унитаз скрипачей». Вероятно, от слова «унисон». Под руководством Михмаха, то есть Михаила Марковича. И не попасть туда было непросто. Чтобы не обвинили меня в отсутствии коллективизма, и я согласился. И где мы только не лобали. На всех правительственных и пониже. Даже в Артек умудрились съездить со своим коронным романсом Шостаковича. А что? Просто дух захватывало иногда от мощи наших вундеров. Это еще что? Один раз довелось мне присутствовать на концерте ансамбля контрабасистов в количестве 20 человек. Расположились они так кружком и как рявкнули белорусскую бульбу. Ну прямо как в фильме ужасов. Кто вжался в кресло, кто и в туалет побежал. Волшебная сила искусства. Наше же звучание было намного благороднее. Вот так оно и перетекало из концерта в концерт, из зала в зал. Вот и очередной концерт в зале консерватории. Отыграли произвольную программу. Закусили романсом Шостаковича и по домам. Но за сценой меня вдруг останавливает незнакомый мне мужчина. Маленького роста и с полным джентльменским набором. Борода, очки и весьма породистый нос. Борис, я вас специально дожидаюсь. Найдется 5 минут меня выслушать. У меня к вам деловое предложение. Останавливаюсь в растерянности, прижимая к себе скрипочку, вспоминаю родительские наставления не знакомиться с незнакомцами на улицах. Но это все-таки консерватория. Он вытаскивает какую-то книжечку и показывает ее мне. Позвольте представиться. Яков Ефимович, художник, выпускник театрально-художественного института. Пишу дипломную работу на военную тематику. Вот по этому поводу предложение к вам. Я немножко отошел от испуга, подавлен его вежливостью и слушаю с интересом. А почему именно ко мне? Вы тот именно человек, который мне нужен и которого я давно ищу. Я уже не в первый раз на ваших концертах. И давно за вами наблюдаю. За мной. Меня разбирало любопытство. Да, именно за вами. Какой типаж. Просто именно то, что мне нужно. А что вам нужно? Борис, я предлагаю вам позировать для моей дипломной работы. Все сеансы будут оплачиваться. 3 рубля за сеанс. Вас устроит? У меня закружилась голова от суммы, предлагаемой шестикласснику, и от романтики предложения. А можно вопрос, как будет называться эта картина? Да, конечно, любые вопросы. Вот мой телефон, посоветуйтесь с родителями, естественно. А картина будет условно называться «Мальчик-скрипач в гетто». Дома сразу же делюсь радостной новостью с мамой. Реакция ее непредсказуемая. Что? Я ведь говорила тебе, что ты выглядишь отвратительно, позор. Просто ужас какой-то. Уже прямо на улицах пристают. Мой руки немедленно за стол. Я тоскливо посмотрел на стол. Там было первое и второе, даже третье. Но есть не хотелось. Было просто грустно от духовного непонимания. Единственное, что меня успокаивало, это отсутствие полностью отрицательного ответа со стороны родителей. Вздохнув, поплелся мыть руки, надеясь взять осадой эту крепость. Для этого пришлось пересилить себя пару дней, изображая зверский аппетит. В результате крепость была взята,
Разрешение получено, и я вскоре отправился на свою первую халтуру. Институт находился неподалеку, и в троллейбусе в процессе передвижения в голове всплывали всякие обрывочные сведения, касающиеся работы натурщика. Вспоминался почему-то Рубенс, импрессионисты. Был очень тревожный и волнительно. Справлюсь ли? Яков Ефимович встретил на пороге института, и мы углубились в какие-то коридоры. Его студия напоминала разгром. Но мне это почему-то понравилось. Богема, мольберты, кисти, краски, незнакомые запахи. Чтобы сразу у нас возникло доверительное отношение, он тут же рассчитался вперед. Это придало мне больше уверенности в себе, и я стал внутренне настраиваться на работу. Борис, ну вы готовы? Да, а что я должен делать? Все очень просто. Становитесь сюда, возьмите скрипочку, делайте вид, что вы играете. Меня смутила эта простота. За такие деньги, да и просто из уважения к искусству, я настраивался на гораздо большее пожертвование. А тут... Яков Ефимович, скажите, а может мне сделать какое-то специальное яйцо? Или еще как? Ведь я же новичок в вашем деле. Подскажите, пожалуйста. Очки поверх бороды внимательно посмотрели на ребенка, оценили его благородное стремление, усмехнулись, подобрели, подлечили, а потом сформулировали достаточно точно, но в исключительно деликатной манере. Ну что вы, Борис, вам совершенно не нужно делать каких-то специальных лиц. Вы и так чудесно выглядите. Тут начались мои первые заработки. Я приходил в студию несколько раз. В результате родился очередной шедевр замечательного человека и художника, следы которого для меня потеряли, к сожалению. Правда, уже потом я слышал, что он ехал в Израиль. Кто знает, может быть, еще и встретимся. Ведь как жизнь непредсказуема. Ну а сегодня, разглядывая себя в зеркало, я с грустью, а иногда и с радостью, понимаю, что больше уже я таким способом денег не заработаю. Спасибо большое. А сейчас у нас будет перерыв. Приятного аппетита. Всего.